На этой неделе президент Чечни Масхадов совершал дипломатический прорыв в Великобритании. Выяснилось, что реальные официальные контакты ограничились строгим заявлением в Форен-офисе о недопустимости удержания в Чечне похищенных подданных Ее Величества Королевы Великобритании. Приезд президента Чечни в Лондон пока не вызвал ажиотажа. Местное телевидение его не снимало, ведущие газеты, если написали, то коротко, и это объективная оценка. Хотя Аслан Масхадов считает, что мы все не так преподносим. Цель вашего визита, приезда в Лондон, общественное российское телевидение, Первый канал. Несколько слов. Вам скажешь, потом пожалеешь. Пока самое яркое событие – ужин с баронессой Тэтчер. Организатор поездки – лорд Маклпайн, бывший казначей консервативной партии и друг Железной Леди. Этим и объясняют ужин в отеле Ритц. Почему вы пригласили господина Масхадова в Лондон? Я ездил в Грозный в прошлом году и был потрясен тамошней разрухой. Мне кажется, будет гуманно, если кто-то обратит на это внимание. Поэтому я способствовал лондонской поездке президента Масхадова. Цель – установить с Чечнёй торговые связи. Вы не находите, что, пригласив Масхадова в Лондон, вы сделали политический шаг против российских властей? Нет, я так совсем не считаю. Просто не должно быть закрытых границ. Каждый вправе путешествовать и высказывать свою точку зрения. Это очевидно. А другой цели у меня не было. 400 лет продолжается противостояние чеченцев против Российской империи. Россия проводит политику восстановления контроля над временно утраченными территориями Российской империи. В основе внутренней политики господствующего режима в Кремле всегда лежало перманентное стремление Российской империи подавлять и истреблять непокорные народы как гарантированный залог стабильности империи. Жестокий прессинг на правительство Российской Федерации со стороны мощной аронемы российской нефтяной мафии, имеющей в богатом нефтяном чеченском крае свои алчные интересы. Еще за неделю до приезда Масхадова британский посол сэр Эндрю Вуд, объясняя всю эту историю с получением визы по приглашению лорда Маклпайна, объявил российским журналистам, что помимо лекций и званых ужинов, Масхадова ждет серьезный разговор в Foreign Office, Министерстве иностранных дел, если он приедет в Лондон без британских заложников. Масхадов обманул ожидания. Александр Панов, Виктор Никитин, аналитическая программа «Время» из Лондона. Итак, англичане считают это чисто частным визитом. Чеченцы говорят о дипломатическом прорыве, о том, как относится к этому российская власть, согласился рассказать нашим зрителям вице-премьер правительства России Иван Петрович Рыбкин. Иван Петрович, какое отношение власти к этому визиту, к этой поездке? Совершена поездка одного из руководителей части Российской Федерации, Аслана Алиевича Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, в Великобританию. На этом уровне он был и принят. Я считаю, что поездка, она во многих отношениях и полезна. Дело в том, что не все время послу Великобритании ходить ко мне и говорит, когда же Камила Карр и Джонатан Джеймс будут освобождены из чеченского плена. Агентство сообщает о серьезном сдвиге во время ваших переговоров, с которых вы только что вернулись, в Назране с чеченскими руководителями. Что это за сдвиги? Если говорить очень коротко, буквально двумя-тремя тезисами, впервые публично мы сказали о том, что договорно-правовая база взаимоотношений Российской Федерации и Чеченской Республики достаточно на сегодня. Надо наполнять ее реальным содержанием, социально-экономическим и тому подобное. Вы готовы платить, но вы не готовы говорить о независимости, если еще более тезисно. Если сказать очень точно, то в договоренностях, достигнутых в Хасавюрте, сказано, этот вопрос подлежит решению до 31 декабря 2001 года. Чеченцы говорят о том, что вы занимаетесь теперь СНГ и Чечней в том числе, и это уже косвенно говорит, что Чечня, если не дальняя, то ближняя зарубежье для России. Твердая позиция российского руководства выражена в лаконичной формуле президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Мир, территориальная целостность России и, конечно, великое терпение в переговорах.